Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры. Сегодня мы вас всех рады приветствовать на столь значимом для всех нас вечер нашидов, который проходит в нашей республике. Каждому из вас, кто присутствует вместе с нами, мы хотим пожелать, чтобы каждый вами проделанный шаг, он всегда сопутствовал успехам, удачей и вспоминаниям Всевышнего Аллаха. И, конечно же, проект «Умра Хадж» нас с вами всегда любит, нас с вами всегда поддерживает и всегда держит руку на пульсе. И даже в такое сложное, трудное время в нашей республике они решили организовать вечер нашидов для того, чтобы мы с вами смогли отдохнуть, насладиться, немного отвлечься. И, конечно же, сегодня мы не можем не сказать огромное спасибо тем, кто внес большую лепту в становление этого красивого торжественного вечера нашидов. В первую очередь мы хотим выразить огромную благодарность и признательность нашим официальным партнерам хадж-компания «Марва», незаменимый партнер проекта. Единственная аккредитованная хадж-компания в Саудовской Аравии, которая более 1000 довольных паломников. Генеральные спонсоры сегодняшнего вечера. Самый популярный мед на Северном Кавказе – мед «Дагестан», за качество которое всегда отвечает. Сеть ювелирных магазинов «Леди Голд» – высокое качество, доступные цены. Исламский магазин «Равза.ру» – оживляй сунну с нами. Хасавюрт, Гамидова 58, торговый центр, Березка, Махачкалинское шоссе номер 3. Вечер нашидов проходит также сегодня при поддержке женская исламская одежда «Мир красоты мусульманки», компания «Лестницы двери Ковка». А также сегодня мы хотим выразить огромную благодарность и признательность Министерству по национальной политике и делам религии в лице Энрика Селимовича. Уважаемые братья и сестры, для меня сегодня большая честь, стоя здесь на этой импровизированной сцене, пригласить самую первую группу исполнителей нашидов в нашей стране, в России. Те люди, которые более 15 лет радуют нас своим творчеством, своим исполнением лучших нашидов. Это те люди, которые выступают наравне, на одной сцене с мировыми звездами исполнителей нашидов. И сегодня, в этот вечер, вновь и вновь, здесь и сейчас, в летней Дагосфилармонии. Я попрошу самых громких аплодисментов. Мы встречаем прямо сейчас группа «Нашиду Ислам». Встречаем! Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллаху я Аллаху я Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллаху я Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллаху я Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллаху я Аллаху я Аллах. Хайя ибад Аллах, мухлис би хубби Аллах, нарджу рида Аллах, надуу ли дини Аллах. Хайя ибад Аллах, мухлис би хубби Аллах, нарджу рида Аллах, надуу ли дини Аллах. Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллаху я Аллаху я Аллах, Аллаху я Аллаху я Аллаху я Аллах. Наква би таква Аллах, نقوى بتقوى الله
صلى عليه الله. نقرأ كتاب الله نجدو بحب الله نمدح رسول الله صلى عليه الله. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله. هيا عباد الله نخلص بحب الله نرجو رضا الله ندعو لدين الله. هيا عباد الله نخلص بحب الله نرجو رضا الله ندعو لدين الله. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Дорогие мои братья, дорогие сестры, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Желаю всем вам крепкого имана, здоровья, благополучия и долгих лет жизни, мира и милости Аллаха джалла ва аля и его благословения. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبنى ما فيها يفنى. جنة جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. ودي لي سلامي يا رايح للحرم ودعي لي وسلم لي على هادي الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها. احرسها ربي وارعاها واذكرني أمامها وادعي لي وادعي لي. قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سقع المدينة. من صلى صلاته
حل بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي اشفعله في مماته. صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يوم مولدك محمد يوم بركات وعيد تجري فينا يا محمد مجرى دم في وريد. سيد البشرية أجمع أنت ذو مقام رفيع، أنت تأمر نحن نسمع، أنت نعم من نطيع. في داري أمينا نورا بشرى بالخبر السعيد، جئت بالخير بحورا بالفضائل كم تفيض. محمودا أحمد محمد كاظم الغيظ حنين، لك وحي يوحى نشهد نتبعه ونستقيم. صلوات الله سلام الله عليك بالشوق امتلأنا محل رؤياك يا حبيب. أنت أعلى الناس شأنا، أنت شمس لا تغيب، جئت للدنيا يتيما مالك الملك رعاك، سرت في الخلق عظيما تعفو حتى في أذان. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها مرحبا يا خير داع، محمودا أحمد محمد كاظم الغيظ حنين، لك وحي يوحى نشهد نتبعه ونستقيم. صلوات الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلوات الله
Сказал Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, символом вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение, коль свет гудит, устанут шаги того легки. Рассыпались звезды, небо раскололось, и тишину нарушил Архангел Джабраиль. Читай во имя Бога, воздался трижды голос, и искру новой веры тебе вдруг разбудил. И ты был послан миру, печать у всех пророка, лучом, что разрезает сгустившуюся тьму, дыханием, что избавит сердца от всех пороков, с призывом поклоняться Аллаху одному. Аллах сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, символом вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение, коль свет гудит, устанут шаги того легки. И вот настал год скорби, год горьких расставаний, и дядя Абу Талиб, кто был щитом твоим, оставил мир серебряный, что полон испытаний, и мать всех правоверных, Хадижа вслед за ним. И ты лишился разом опоры и защиты, как будто бы закрылись все двери пред тобой. Открыто проявляют враждебность курайшиты, кольцом блокады давят, грозят тебе войной. Аллах сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, символом вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение, коль свет гудит, устанут шаги того легки. Где тот, о ком ты плачешь, о ком ты молишь Бога, кто заступался даже, когда один ты был? Ушел он не на сердце печали и тревога, и снова сиротою себя ты ощутил. Кругом толпы презрение и гул собачьих лаев, разодраны одежды и ноги все в крови. Чужою стала Мекка, враждебен город Таиф, но преисполнен к людям ты все еще любви. Аллах сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет,
всем болям вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение. Коль свет в груди, то станут шаги того легки. Аллах сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, всем болям вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение. Коль свет в груди, то станут шаги того легки. Я попрошу самых громких аплодисментов, уважаемые братья и сестры, в адрес нами любимых и неподражаемой группы «Нашид ул-Ислам». Ну а сейчас мне с огромным удовольствием хотелось бы пригласить к нам с проповедью заместителя имама Центральной Джума-мечети Мухаммада Мухаммадова. Давайте поприветствуем его также самыми теплыми и искренними аплодисментами. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Часто мы слышим, как имамы, алимы говорят о том, что нужно заслужить довольство Аллаха, угоди Аллаху, и что во всем нужно целью своей жизни делать, искать во всем довольство Всевышнего Аллаха. И однажды один человек ко мне пишет: вот ты тоже постоянно говоришь довольство Аллаха, довольство Аллаха, Аллах на первом месте, а люди, как с людьми быть? То есть от того, что я так говорю, он понял, что в нашей религии мы на людей вообще внимания не обращаем, что люди — это как бы второй план. Но на самом деле мы же знаем хадис пророка, многочисленные хадисы пророка, «Ля юмину ахадукум», которые начинаются со слов «Ля юмину ахадукум», «Не уверует ни один из вас». То есть вера ни одного из вас не будет совершенной. В одном хадисе говорится: не будет совершенной, пока не полюбит для брата то же самое, что любишь для себя. В другом говорится: вера не будет совершенной. Вера в кого? Вера в Аллаха. То есть Аллах совершенство веры в Него связал с тем, чтобы ты любил для ближнего то, что любишь для себя. В другом хадисе говорится: вера не будет полноценной, пока твой сосед не будет чувствовать себя в безопасности от тебя. То есть не будет остерегаться тебя, опасаться тебя. В другом хадисе говорится: «Ахаббукум иляллахи анфаукум линнас». Самые любимые из вас Аллаху, самые полезные. Более того, Всевышний Аллах, вот посмотрите, да, его, насколько Всевышний Аллах от нас не просто требует, чтобы мы ему угодили во всем, но наравне с этим, чтобы мы смотрели на окружающих тоже, нас, людей, родственники, сельчане, вообще всех людей, независимо даже от вероисповедания порой. Ведь если ты, например, самый благочестивый человек, да, во всем мире, больше всех поклонялся, больше всех совершал благих деяний, но вот праведник такой, но одного человека ты обидел, одного единственного человека ты обидел одним словом, в судный день, даже если вот эти горы благих деяний у тебя за спиной будут, пока вот этот один человек не будет доволен, ты дальше не пройдешь. Это то, что Всевышний Аллах сделал. Вот то, что мы за наше вознаграждение мы можем получить только тогда, когда не останется никого, кого бы мы обидели в этом мире. Не зря же пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: вы в этом же мире кого-то, если притеснили, как бы то ни было, здесь же разберитесь с этим человеком. Или же попросите прощения, или же как-то сделайте его довольным,
пока не наступит день, когда не будет ни динара, ни дирхам. Там уже ни динарами, ни дирхамами ты не сможешь никого, у кого-то просить прощения. Там расплачиваться будешь уже благими деяниями. Вот это же показывает, что в нашей религии довольство Аллаха тоже во многом связано, привязано к нашему отношению к людям. Но с другой стороны, вот сейчас мы видим, да, люди, как такое ощущение, что помешаны на том, чтобы кому-то понравиться, перед кем-то и так далее, да, мы же это все видим, это в разных формах выражается. Но слова имама Шафии тоже, что людей, довольство людей – вещь непостижима. Это же мы знаем на самом деле. Есть, да, которые нам недовольны тоже, но всех довольств уже мы не сможем достичь. И не лучше ли, почему? Потому что люди судят по нашей внешности, по нашему социальному статусу, по всем разным признакам, связанным с этим мирским. Но пророк, алейхиссалату вассалям, насчет Всевышнего что говорит? Инна Аллаха ла янзуру иля аджсамикум ва ля иля суварикум, лакин янзуру иля кулюбикум. Всевышний Аллах не смотрит на вашу внешность, на ваш облик, на ваши лица, как вы выглядите, короткий, длинный, красивый, некрасивый. Всевышний Аллах куда смотрит? На ваши сердца. То, что вот здесь внутри. Все вот эти внешности, твое социальное положение, ты будь дворник, ты будь президент, ты будь самый знаменитый человек, или же тот человек, которого вообще никто не знает, где-то там на Кутане живет. Все это Всевышнему уже не важно. Тогда напрашивается вопрос, вполне логично же в первую очередь добиваться его довольства, которому абсолютно все эти наши мирские вот эти границы, которые мы ставим между людьми, хотим мы не хотим, или не хотим мы этого, или не хотим, подсознательно мы все равно все это делаем. В любом случае, по социальному статусу, по положению человека, наши отношения разные бывают к людям. Но у Всевышнего нет такого. Все равны перед Всевышним. Тогда в первую очередь вполне логично, ты должен стремиться к довольству Всевышнего Аллаха. А люди, да, люди тоже, да, на них нужно внимание обращать. Но на их критику еще один признак искренности какой, да, нашей религии. Вот если ты искренний человек, тебе абсолютно не будет разницы. Тебя критикуют, тебя хвалят. То есть твое состояние не должно меняться. До тех пор, пока ты перед Всевышним Аллахом прав, ты идешь правильной дорогой. Кому бы ты ни нравился, или же кто бы тебя там чересчур не нахваливал, это тебя не должно беспокоить. Это тебя не должно волновать. Пусть Всевышний Аллах нам даст истинное понимание его религии, истину покажет истиной и даст нам силы следовать этой истине. Ложь покажет ложью и поможет нам остерегаться этой лжи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Огромное спасибо. Еще раз попрошу ваших аплодисментов. И, конечно же, вновь и вновь встречаем группу «Нашид аль-Ислам». Страстью ранено сердце мое, как бы пылью мне стать твоих ног. Но, увы, это мне не дано, мир и милость тебе, о пророк. Мое сердце печалью полно, что родиться с тобою не смог. Это счастье меня обошло, мир и милость тебе, о пророк. Мир и милость тебе,
Если встретить тебя суждено, только лишь через смертный порог, я молю, чтобы время пришло, мир и милость тебе, о пророк. В жизни будет, как нам суждено, расцветает надежды росток. Там, где слышится имя Твое, мир и милость Тебе, о Пророк. Мир и милость Тебе, о Пророк. Без тебя в этом мире темно, для судьбы предначертанный срок. Без тебя нам прожить тяжело, мир и милость тебе, о Пророк. Станет выкупом наша душа, нам свидетель всевидящий Бог. О посланник, мы любим тебя, мир и милость тебе, о Пророк. Мир и милость тебе, о Пророк. Аллах, 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 ихди ли قلبي. Аллах, 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 игфир ли дамби. Аллах, 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 ихди ли قلبي. Аллах, 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 игфир ли дамби. Я малик аль-любби, адуок я Рубби. في ظلمة الليل نور لي دربي نور لي دربي نور لي دربي الله 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 اهدي لي قلبي الله 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 اغفر لي ذنبي الله 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 اهدي لي قلبي الله 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 اغفر لي ذنبي رحمك يا رب الكون يا ربي رحمك عفوك ورضاك ربي عفوك ورضاك رحمك يا رب الكون يا ربي رحمك عفوك ورضاك ربي عفوك ورضاك يا من أنت تحميني يا من أنت تكفيني يا من أنت تهديني نور لي دربي نور لي دربي نور لي دربي نور لي دربي الله 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 اهدي لي قلبي الله 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 اغفر لي ذنبي الله 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 اهدي لي قلبي الله 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 اغفر لي ذنبي يا رب السر والنجوى يا رب الأرباب اكشف عنا كل بلوى واكفينا الأتعاب يا رب السر والنجوى يا رب الأرباب اكشف عنا كل بلوى واكفينا الأتعاب يا من أنت تحميني يا من أنت تكفيني يا من أنت تهديني نور لي دربي نور لي دربي نور لي دربي نور لي دربي الله 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 اهدي لي قلبي الله 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 اغفر لي ذنبي الله 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 اهدي لي قلبي الله 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 اغفر لي
في ظلمة الليل نور لي دربي نور لي دربي نور لي دربي الله 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 اهدي لي قلبي الله 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 اغفر لي ذنبي الله 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 اهدي لي قلبي الله 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 اغفر لي ذنبي أتيت بوقت السحر إليه وفيك اشتياق سعر وهل قد شعرت به حينما بنظرات عفو إليك نظر أخي هل عزمت إليه نهوض وحربا على النفس روحك تفوض فلو جئت مشيا أتاك ركوب وكسر الفؤاد بلطف جبر وكسر الفؤاد بلطف جبر أخي هل يتاح إليك الوقوف وأضوحت خطاياك فوق الألوف وحولك كدينا نراها تطوف فيا ليتها جمعها تغتفر وماذا تقول إذا عاتباك وكل الذنوب فقد راقباك وقد خلته غافلا غائبا فلم تبق فاحشة أو تذر فلم تبق فاحشة أو تذر وذنبا بليل تضيع سدى وقوما غدا ركعا سجدا فكيف تلاقي غدا أحمدا وكيف ستلقي إليه البصر أخي لو سبيلك في العيش ضاق تجاري الخطايا بوسط استباق فرب على فوق سبع طباق لعمري لأوابه ما نهر لعمري لأوابه ما نهر أخي يا أخي أخي يا أخي أخي يا أخي وانا لم دح محمد أبو بكر صديقين وانا لم دح محمد أبو بكر صديقين نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق وانا داخل على عتابي على القبات الخضراء وانا داخل على عتابي على القبات الخضراء
خضرا نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهرة إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهرة وأنا لم دح محمد عمر ابن الخطاب وأنا لم دح محمد عمر ابن الخطاب نظره نظره يا سيدي يا ملهم للصواب إلا نظره يا سيدي يا ملهم للصواب وأنا داخل على عتابي على القبات الخضراء وأنا داخل على عتابي على القبات الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء وأنا لم دح محمد عثمان بن العفاني وأنا لم دح محمد عثمان بن العفاني نظره نظره يا سيدي يا جميع القرآن إلا نظره يا سيدي يا جميع القرآن وأنا داخل على عتابي على القبات الخضراء وأنا داخل على عتابي على القبات الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء وأنا لم دح محمد علي القرة العين وأنا لم دح محمد علي القرة العين نظره نظره يا سيدي يا والي الصبغات إلا نظره يا سيدي يا والي الصبغات وأنا داخل على عتابي على القبات الخضراء وأنا داخل على عتابي على القبات الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء وأنا داخل على عتابي على القبات الخضراء وأنا داخل على عتابي على القبات الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء Группа «Наш Идоль Ислам». Еще раз ваши громкие аплодисменты. Ну что ж, дорогие братья и сестры, вы знаете, сейчас настал тот самый момент, когда мы будем с вами все вместе, как одно единое целое, приветствовать тех людей, которые не побоялись тех километров, которые нас разделяют, которые решили вместе с нами создать невероятную атмосферу в этот красивый вечер в нашей гостеприимной республике, на нашей гостеприимной земле в Дагестане. Да. Конечно же, организаторам проекта «Умрахадж» пришлось нелегко. Было очень много подводных камней для того, чтобы сегодня можно было нас с вами всех собрать на одной площадке, чтобы мы могли немножко отвлечься и могли отдохнуть. И, конечно, сейчас я попрошу самых громких аплодисментов в первую очередь в адрес проекта «Умрахадж». Ну и, конечно же, давайте поприветствуем их. Мухаммад Тарик и Мухаммад Юсуф. Встречаем бурными аплодисментами. أطيب منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تر قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء يا رب العالمين وبحق المسلمين
الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها لعلي أراه أفوز رضاه وقلبي معاه حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه حبيب الله في أسمى المعاني الله مرحبا بكم. спасибо хорошо. حمدين وشاكرين آتيك نبر رجاء وبروحي وقلبي فداء تجعل قلبي كالماء كالماء المستني هو اللؤلؤ البني أحسن في الضمير وبيد رسول شربة نجاة يهدأ قلبي بلقيا ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين أنت العالم بالحال وبسوء في الأحوال فلو قلبي يا ربي مال وجهني للحلال ومن صحبة سيئين نجني يا رب أمين سلام على المرسلين فلا يأس أو محال ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين
جنات العلي مع كل الصالحين وكتابي باليمين ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب آمين جنات العلي مع كل الصالحين وكتابي باليمين يا رب العالمين وبحق المسلمين حامدين وشاكرين وقلبي فداء تجعل قلبي كالماء شكرا فازت بقلب خير المرسلين في العلم
فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر عائشة حميرة حبيب رفيق النبي رسول الله رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله رضي الله عنهما جميعا إني أحب محمدا والله خير شاهدا إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا Boom.
صلى الله عليه وسلم. سباسيبا хорошо. شكرا شكرا جزيلا. Огромное спасибо, еще раз бурные аплодисменты. Дорогие братья и сестры, компания, проект Умра Хадж, мы знаем, что они каждый раз разыгрывают и делают возможность, все возможное, чтобы каждый из нас мог бы побывать на той благословенной земле, куда каждый из нас хочет попасть. И, конечно же, сегодня мы с вами будем разыгрывать сразу два Умра. Это у нас по купонам и по билетам. И сейчас мне очень хотелось бы поприветствовать с помощью ваших вновь аплодисментов того человека, мне кажется, которого вообще не нужно представлять. Я думаю, что многие из вас уже догадались, кто это. Магомед Расул Абакаров. Давайте поприветствуем его бурными аплодисментами. Магомед Расул, приветствую. Взаимно, дорогой. Спасибо, друзья мои. Салам алейкум, рахматуллах. Хорошего дня, хорошего настроения. Все классно. Давайте поприветствуем нашего ведущего Тимура, который сегодня переживает, нервничает на самом деле. Ему тоже непросто. Я знаю, как ведущему непросто. Можно ему поаплодировать? Отдельно. Слушайте, ну что, у нас два... У нас два сегодня будет купончика. Такой волнительный момент. Такс. Мухаммад Тарик, как договаривались? Хорошо, спасибо. Спасибо, тот, который нужно, вытащишь. Ялла. Все. Сколько мы с тобой репетировали, дорогой. Итак, друзья мои, по билетам мы разыгрываем сначала малый хадж, а потом спонсорский, вот это отдельное, большое или 200 тысяч, насколько я понимаю. Мухаммад Тарик. Я мархаба ахлян васахлян бикум хамса риал. Пожалуйста, вытаскивай. Да. Вахид. Вахид. Вахид этот, когда купон. Бисмиллах. Это малый хадж, да, наам. Да. Я чувствую, мой взял, сбросил, скорее всего. Вот это я вас, стоп. Again, тани. Мафи мушкиля, делай, что хочешь, делай. Вахид. Слушай, он так, ну вот прям на нерве прямо. Бисмиллах. Бисмиллахи рахмани рахим. Я Роббана. Да, да, давай, давай, давай. Ми валла ми? Айша? А, 15. Айша? Там. Так, друзья мои, итак, 15 говорит. Какой 15? Кто такой 15? На 50. На 15 кто сидит? Кто понимает? 50-30. Ряд 15-й. 15-й ряд. Поднимите руку. У кого 15-й ряд билет? Сейчас я понимаю, что люди сидят немножечко. 15-й ряд билет. Поднимите. Поздравляю вас. Хорошо. 30-е место. 15-й ряд. 30-е место. У кого купон? 15-й ряд. 30-е место. Неужели парень наконец-то, слушай, свершилось. Я мархаба бикум. Да, другие друзья мои, под ваши аплодисменты. Салам алейкум, дорогой. Как вас зовут? Рамазан. Рамазан, чем занимаетесь? Торгуем. Вот почему все им бизнесменам? Да. Чем торгуете? Мужская одежда. Мужская одежда. Номер телефона пользуюсь случаем. Шучу. Какую дуа надо читать? Какую, кому, я не знаю, садака надо давать, чтобы вот так раз и выпало? Секрет. Получайте вашу путевку, дорогой мой друг. Поздравляем. Несколько фотографий на память. Мухаммад Тарик, вручите, пожалуйста, и сделайте так, несколько фото. Так, Мухаммад Юсуф, пробил наш час. Мухаммад Юсуф, кайфа хал? Хамдулиллах, хайр. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Машаллах. Посмотрим сейчас, у кого-то совсем хорошо будет.
Ну что, давайте. Итак. Так, стоп, он говорит. Подожди, не торопись. Смотри, вытаскивают обратно. Вот что-то они, вот арабы. Так. Сейчас, почему? Вот ты вообще понимаешь, что ты сейчас, как сказать, они все как бы... Только один человек будет за тебя, все остальные как бы, ну, немножечко... Точно. Алла. Как вы думаете, мужчина или женщина? Парень или девушка? Муслимова И. Муслимова И. 8-988-655-50-84. Есть Муслимова И здесь. Кто это? Муслимова И. Слушайте, Мухаммад Юсуф, мафи, да, говорят на это? Нету. Так, мне можешь за Муслимову И дать, как бы, все. Я кабул делаю. Шукран, я хабиби. Несколько фотографий за Муслимову И, я как вакиль здесь сейчас выступаю. Спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. Мубарак. Машалла, давайте их поддержим, скажем, хорошо. Все, хорошо, Куэйс. Огромное спасибо. Еще раз бурные аплодисменты нашим победителям Dialog, чтобы среди этих победителей были действительно те, кто в этом нуждается. Ну, а мне же вновь и вновь хотелось бы выразить огромную благодарность и признательность тем, кто сегодня внес большую лепту в становление этого красивого вечера нашидов. И, конечно же, в первую очередь мы выражаем огромную благодарность официальному партнеру хадж-компания «Марва». Незаменимый партнер проекта, единственная аккредитованная хадж-компания в Саудовской Аравии. Более 1000 довольных паломников, которые они уже отправили. Генеральные спонсоры. Самый популярный мед на Северном Кавказе. Мед Дагестан за качество всегда отвечает. Сеть ювелирных магазинов «Леди Голд». Высокое качество, доступные цены. Исламский магазин «Равза.ру». Оживляйте сунну с нами. Город Хасавюрт, Гамидова 58. Торговый центр «Березка», Махачкалинское шоссе номер 3. Вечер также проходит при поддержке «Женская исламская одежда. Мир красоты мусульманки». Компания «Лестницы, двери, ковка». Ну и, конечно же, благодаря каждому из вас, кто сегодня вместе с нами. И я попрошу вновь и вновь самых громких и бурных аплодисментов и приглашаем к нам на сцену Мухаммад Тарик, Мухаммад Юсуф, вновь и вновь наше воспоминание. يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن هدي القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا فنطوف بفلكه نتعلم هدي مشتاق لجمالك
مكتوب في لوح محفوظ مكتوب في لوح محفوظ من نال حظا منه يفوز لا يبغي شيئا أو سيعوز إلا وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله داوما رسول الله ضاق القلب ذرعا وطال الشوق حنينا وطوعا وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله داوما يا رسول الله حنينا يخفى عليك يا نبي الله عيني تشتاق إليك يا حبيب الله اروي ظمئي بيديك يا رسول عليك
صلى الله عليه وسلم. Огромное спасибо. Еще раз бурные аплодисменты. Ну что, сейчас нам хотелось бы пригласить с приветственным словом заместителя министра по национальной политике и делам религии Мурада Магомедовича Шафиева. Давайте поприветствуем его бурными аплодисментами. Я попрошу группу «Нашид ул-Ислам», я попрошу Мухаммад Юсуф, Мухаммад Тарик, если можно, вас также просим выйти на сцену. Ассаламу алейкум, добрый вечер, уважаемые друзья. Разрешите от имени министра по национальной политике и делам религии Энрика Муслимова, от себя лично, от всего коллектива Министерства по национальной политике поблагодарить всех организаторов, это проект Умра Хадж, также поблагодарить наших
дорогих гостей, Мухаммад Тарика, Мухаммад Юсуфа и нашу любимую всеми группу «Нашидуль Ислам», которые подарили нам этот вечер, порадовали нас в это сложное время и подарили нам надежду на светлое будущее, на то, что в ближайшем будущем мы будем, иншаллах, собираться также и праздновать приятными вечерами знаменательные даты. Поблагодарить всех вас за то, что с соблюдением всех предъявленных требований сегодня дружно, организованно проводим этот прекрасный вечер. Спасибо вам большое. И, конечно же, хотелось бы несколько наград от министерства вручить, если вы позволите. Благодарственное письмо. Министерство по национальной политике и делам религии Республики Дагестан выражает благодарность Мухаммаду Юсуфу за вклад в развитие духовно-нравственной культуры и сохранение этноконфессионального мира и согласия в Республике Дагестан. Благодарственное письмо Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан выражает благодарность Мухаммаду Тарику за вклад в развитие духовно-нравственной культуры и сохранение этноконфессионального мира и согласия в Республике Дагестан. Министерство по национальной политике и делам религии Республики Дагестан выражает благодарность коллективу «Нашидуль Ислам» за вклад в развитие духовно-нравственной культуры и сохранение этноконфессионального мира и согласия в Республике Дагестан. Ну что ж, огромное спасибо, еще раз бурные аплодисменты. Уважаемые братья и сестры, сейчас с огромным удовольствием, самыми громкими аплодисментами я хочу, чтобы мы поприветствовали наших гостей. Мухаммад Юсуф, Мухаммад Тарик. Ну и, конечно же, наших земляков, группа «Нашидуль Ислам», которая нас с вами радует вот уже более 15 лет своими красивыми нашидами. И сегодня на этой сцене в истории группы «Нашидуль Ислам» происходит впервые. Мы с вами становимся свидетелями того квартета, который произойдет здесь и сейчас. Впервые с мировыми звездами исполнителей нашидов группа «Нашидуль Ислам» будет исполнять красивый нашид. Я попрошу ваших самых громких аплодисментов в их адрес, так как этот заключительный нашид посвящается всем нашим братьям и сестрам. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عيشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبك له حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه باليتامى دفا لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا
لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله تعرف سالن نيتي الدين الله الله استبوي موي جسبادين الله الله نسرى فينيتساني قادين الله الله زشتي ات ساتاني الله الله بكا جيبوت استني الله الله تجاس بوتيدنس دني الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 أنت الهادي أنت الحق الله الله ليس الهادي إلا هو الله الله مصر وداغستان يد واحدة الله أكبر بسم الله الحمد لله يشرد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли сегодня на наш сольный вечер, организованный проектом Умра Хадж. Пусть Всевышний Аллах будет вами доволен. Дай Аллах, чтобы у вас в доме был всегда баракат. Здоровья вам. От вашего имени хочу поблагодарить наших гостей, которые приехали сегодня поддержать нас на наш сольный вечер. Биньяйбати анджамиль мушахидин ва аннашид ислам. شكرا لكم لزيارتكم في داغستان شكرا لكم لا تنسونا في دعائكم لا تنسونا داغستان لان داغستان يحبكم جدا الله ونحن نحبكم كثيرا جدا والله نحبكم كثيرا بدايه يعني اود ان اشكر كل الموجودين في الحفل اليوم يا поблагодарю я хочу поблагодарить всем дагестанцам وعندما اتينا من مصر الى داغستان شعرنا وكأننا مع إخواننا في مصر ولم نشعر بالغربة. عندما приехали в Дагестан с Египтом, мы чувствовали, как будто мы со своими братьями. أحب أن أشكر القائمين على الحفل بهاء الدين وحج عمرة ونشيد الإسلام وأشكر كل الحضور على حضورهم معنا اليوم وإن شاء الله نتمنى نراكم مرة ثانية إن شاء الله. Спасибо организаторам, спасибо Нашиду Ислам и всем дагестанцам. Спасибо. Хорошо. Спасибо, хорошо. Саламу алейкум. Саламу алейкум. Ну что ж, огромное спасибо. Еще раз бурные аплодисменты. Мухаммад Юсуф, Мухаммад Тарик, группа Нашиду Ислам. Огромное спасибо сегодня мы хотим сказать от лица проекта Умра Хадж каждому, кто был вместе с нами. Мы не хотим говорить вам до свидания. Мы всего лишь навсего хотим сказать до новых скорых встреч. Огромное спасибо всем. Салам алейкум. كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر
حبيب رسول الله فازت بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب حبيب رفيق